Всем привет, дорогие друзья, с вами GamerCraftTV, и в этом видеоролике я покажу чит на Critical Ops. В этом чите добавлен мод на бесконечные патроны, и также можно увидеть врагов на мини-карте, да. Короче, ссылочка на сайт будет в описании, так скачиваем АПК и кэш. Короче, смотрите, я уже АПК скачал, теперь нам нужно скачать кэш. Нажимаю вот скачать на эту штучку, на эту строчку скачать кэш, у нас, короче, идет. Сейчас у нас пройдет 10 секунд, и мы сможем скачать данный кэш. Так, все, подождем-ка. Так вот, короче, заходим на скачать. Так, я уже скачивал данный кэш, поэтому я его скачивать не буду. Например, когда вы уже установили данный кэш, короче, у вас появится такое окошечко. Через что использовать? Если что, ссылка на ЕС-проводник будет в описании. Вы используете через ЕС-проводник, ЕС-архиватор. Короче, нажимаем сюда. Так, короче, погнали. Так, все, выходите, короче, нажимаем... Выходим, короче, и ищем данный кэш. Вот он у меня есть. Я уже его распаковывал, но, короче, покажу вам еще раз, как же все-таки это делать. Итак, короче, видите вот этот кэш. Короче, нажимайте вот тут. Будет такая кнопочка «Место открыть и распаковать». Ну, как я уже это все сделал, поэтому буду уже в другом видео. Вот, нажимаем. Тут с карты уже написано потом. На эту штучку. И нажимаем Android. И распаковываем в ВБ. Потом нажимаем «Окей». И все. Потом нажимаем ОК, и у вас распаковывается, короче, вся штучка. Когда вы распаковали, все, мне это не надо делать, потому что я уже это делал. Когда вы распаковали, мы просто заходим в игру Critical Ops и смотрим, и радуемся, играем, короче.